Здравствуйте, дорогие мои коллеги. Здравствуйте, уважаемые наши покупатели. Обзор на сегодня ирисов. Что в продаже? Ирисы сибирские, ирисы бородатые. Яркие сорта, красивые. У меня неплохая коллекция ирисов, но придя сегодня в садовый центр, вы знаете, я за что схватилась? Первое, за что схватилась, за покупательскую корзинку. По корзинке были заняты, я схватила ведро и начала в ведро собирать себе все, что мне понравилось. И понравилось мне очень много что. Я понимаю, что навлеку на себя гнев мужа, потому что каждый год я говорю, нет, все, ничего не сажаем, и каждый год продолжаются посадки. Посмотрите, какие красивые бородатые ирисы. Есть кипельно-белый. Есть вот такие уже пошли у нас карликовые ирисы. Если у вас какой-то прудик небольшой искусственный, вам очень хорошо подойдут туда карликовые ирисы. Посмотрите, какие нежно-розовые. Яркий, сочный выбор, прям вот сочных оттенков. Когда я сегодня увидела красоту сибирских ирисов, вот такие роскошные двухцветные ириски. Выбирайте, выбирайте, я не буду вам мешать, я аккуратно пройду. Вот такие двухцветные прекрасные ириски. Ну, это супер. Они все просто супер. Посмотрите, какие прекрасные. Целый букет. Вот такие красивые ирисы. Есть махровые. Неземной красоты. Вот такие с желтоватой серединкой. Есть совсем густо-густо махровые. Есть вот такие красоты. Потрясающий выбор ждет вас. Без покупок у нас еще никто не уходил, потому что на любой вкус для любого покупателя у нас всегда что-то найдется интересненькое, вкусненькое, полезненькое. Но теперь смотрите, у нас дельфиниумы. А вы видели коралловые дельфиниумы? Вот они, принцесса Кэролайн, красавица. Вот такие полутораметровые гиганты. А есть вот такие бургунд, розовые с бургундским, махровые. Есть нежно-розовые. Это тихоокеанские дельфиниумы. Высоченные, красивые. А, новиночка, новиночка. Посмотрите, какой махровый, весь махровый дельфиниум. Метровый, метровый красавец. Точно такой же махровый белый. Вот нежно-розовый пропустила, беленький. Ну и здесь, конечно, изумительный двухцветный. Просто роскошный. А темно-лиловые, голубые, фиолетовые. Рядом с фиолетовым дельфиниумом можно увидеть ярко-красную гейхеру. Сорт паприка. Сорт раскупается всегда мгновенно. Посмотрите, какой он яркий, сочный. Вот такие необычные сорта гейхер. Но это просто бомба. Вот такой рядом лимонный. Посмотрите их сочетание какое. Ну, насколько это эффектно. А если у кого-то кто-то вот темные оттенки. Ну, посмотрите, какая роскошная гейхера, какой цвет. Черный, фактически черный. Безусловно, нежные, трогательные, красивые гипсофилы, белые и розовые. Я пройду попозже, еще приеду, сделаю еще обзор, посмотрим, какие сорта у нас и вероники, и кнефофи, и что еще, какие новинки. Смотрите следующие наши обзоры.